Давай, Рит. А? Рит, давай руку. Подожди. Давай, 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 сюда, давай. Мне кажется, нога застряла. Давай руку. Давай руку. Подожди, я куда-то назад ухожу. Давай руку, Рита! Помогите! Дай руку, Рита! Давай, тянись ко мне! Мамочка! Рита, давай руку! Тянись! Рита! Рита! Держи, Рита! Вот на палку держи, на! Хватай палку! Держи, хватайся! Я тяну! Я вытяну, держи! Дура! Владимир Петрович. Что, спит? Да нет, она еще с турбазы не вернулась. Сколько турбаза? Ну как, вы же ее сами отпустили на день рождения на турбазу с Верой. Свет никуда не отпускал. Ну вот, она уже и врать начинает. А я вам говорила, что эта Верка ее до добра не доведет. Так, ты к меня в курсе? Да не знаю. Ну что, в общем, мы их не нашли. Да. В общем, Вера с Ритой отправились на день рождения к практиканту Юрию Акимову. Ну, вот мы пытаемся до него дозвониться, но он не поднимает трубку. Да, конечно, вы не дозвонитесь, потому что я на турбазе. На какой турбазе? Я не знаю, Вадик, здесь 4 штуки. Подожди, а ты откуда знаешь? Слушай, нас садись со своей дочерью. А почему здесь моя дочь? Да потому что моя до такого не додумается. Так, с турбазами сейчас всеми свяжемся. Я прошу, главное, успокойтесь. Соберем поисковую группу, найдем ваших девочек. Вместе будем искать. Ну что? Ну? Ну что там? Нет там никаких деревень. Там один лес, кругом я чуть не заблудилась. Надо было вернуться. Не надо было. Мы здесь! Папа! Папа, мы здесь! Переломов нет, небольшие растяжения. Мы ей дали успокоительное. Пусть как следует выспится. Все будет хорошо, Владимир Петрович, с вашей дочерью. Благодарю вас. Не переживайте, в палате она будет одна. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, температура 38. Но пневмонии нет. Есть все признаки переохлаждения. Я бы очень рекомендовал пару дней девочку понаблюдать. Если все в порядке, отпустим домой, долечиваться. Ну, если нужно, значит нужно. Прости меня, папа. Я быстро поправлюсь. А у нас от этого еще никто не умирал. Надюша, оформляй девочку и в отделение. Все, всего хорошего. Спасибо. Выздоравливайте. Спасибо, до свидания. До свидания. Так Минет на месте? Он компьютеры принимает. Понятно. Пусть ко мне зайдет. Угу. Владимир Петрович! Ну все, пишите заявку, да? Искали? Привет, Игорь Игоревич. Ну что, компьютеры привезли? Я в курсе. Так Минет встречает. Угу. Ну что, я взял модельный ряд чуть попроще. Ну, вполне современный. Документация, все в порядке. Удалось немножко сэкономить. Ну, а так Минева как это объяснит? Ну, с Вадимом я договорюсь. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Как ты? Ты нормально все? Ты извини, я таким себя подонком чувствую. Это же из-за меня вы с Верой. Да, Юр, все нормально. Не вини себя, все же обошлось. Юр, не надо меня навещать. Я должен тебя видеть. Ты одна на миллион. Не надо. Вообще ничего не надо, хорошо? Это из-за Веры. Ну, я же не виноват, что она на меня запала. Я волнуюсь за нее. Ты можешь сходить узнать, как она? Она на втором этаже в общей терапии. И цветы. Цветы ей отнеси, пожалуйста. Хорошо. Я схожу. Ладно. Выздоравливай. Так, Минёв, ты бы еще и на зубик попробовал. Ну что ты там копаешься еще? Ему на халяву хорошую технику дали, он еще носом крутит. Расписывайся уже. Ну что, принял? Игорь Яковлевич, вы понимаете, что это не та техника, на которую мы подавали заявку? Владимир Петрович сказал, что он с вами все решит. Решит? Что, Шумин, заходи. Заходи. Владимир Петрович, ну вы... Все, садись. Вот. Сядь, успокойся. Вообще-то это мой однокурсник, наш ведущий специалист, Вадим Токменев. Да. Принесите мне чашечку. Володя, послушай. Сядь, успокойся. Ты что? Какие проблемы? Чем помочь? Проблема в том, что наша лаборатория должна была работать над прогрессивным предложением нашего практиканта. А твои компьютеры – это детские игрушки. Ты понимаешь, что ты купил устаревшую технику, Володя? Ну тебе этих мощностей вот так хватит. Ну тебе-то откуда знать? Здесь я ведущий инженер, а не ты. Слушай, Вадим, вот этот практикант сейчас через 2 дня уедет в Москву. Думать про нас забудет. И тебе вот эти компьютеры будут нужны как мертвому припарка. Ну. Теперь понятно, почему они по документам числятся как более современные. Тогда, Володя, извини, но со стороны это выглядит как воровство. А, какой же ты балбес, а? Вадь, да. Времена немножко изменились. 20 лет прошло. Ты уже не комсорг. Потом отсюда уедет, а мы здесь с тобой останемся. А нам дочек растить. Образование им давать. Я вот о тебе подумал. Держи. Это твое. Да держи, держи, это твое. Ты купить меня хочешь? Вадь, ты что, дурак, что ли? У тебя дочь в больнице лежит, тебе лечить надо. Свою лечи. Я здесь больше не работаю. И ты в этом городе работать не будешь! Что? Он нас ударил, да? Да что-то язва. Что мне сделать? Сварить мне кашки. На воде и без сахара, да? Да, на воде и без сахара. Вы присядьте. Сейчас сделаем. Доброе утро. Подождите минуточку. Кто из вас Андрей Иванович? Ну, с утра я был. Очень приятно. Я новый секретарь Владимира Петровича Скользкого, Бронислава Яновна. Очень приятно. Слушаю вас. Итак, нужно, чтобы в это время вы готовили для Владимира Петровича отдельный завтрак. Вы же можете овсянку сварить? У нас замечательная овсянка. На молоке, с маслом. Уже готова. Идите в столовую и берите. Для Владимира Петровича нужно готовить отдельно. На воде. И никакого масла. У него язва. Знаете, мы бы рады помочь, но рук не хватает. Хорошо. Если вы дадите мне кастрюлю, я сама сварю. Да, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте. Пожалуйста. Только побыстрее. Пойдемте. Вот ваша каша. На воде без сахара. Можно сказать, английский завтрак. Благодарю вас. Что бы я без вас делал? Наверное, уже давно помер. Отлично. Нет, к вам еще будет одна просьба. Конечно. Слушаю. В нашем скандале с Вадимом я вас попрошу не распространяться. Само собой, Владимир Петрович, это рабочая этика. Я хочу, чтобы вы знали, если вдруг придет милиция за вами, я буду на вашей стороне. И что вы будете делать? Я запрусь в вашем кабинете, уничтожу все документы, которые могут вас компрометировать. Но если, предположим, я действительно негодяй и вор. Вы, в первую очередь, работаете на благо станции. Идите работать. Приятного аппетита. Верка! Ты как? Я ничего. А ко мне Юра заходил с цветами. Вот видишь? Правда, только один раз, а потом пропал. Это ведь ты ко мне его отправил? Нет. Знаешь, он скоро уезжает, и мы больше не увидимся. Вер, может, это к лучшему? Не знаю. Здравствуйте. Привет, папуля. Привет. Здрасте. Здрасте. А Вера? Садись в машину. Рита, не переживай, меня папа с бабушкой заберет. Ты хоть кого-нибудь мог попросить, у кого машина, встретить дочку? А то после больницы у нее может начаться воспаление легких. Ба, ну чего ты? Совсем ведь не холодно. Мы на автобусе прекрасно доедем. Передайте, пожалуйста. Не надо было мне на эту работу соглашаться. Угу. Теперь-то чего говорить об этом? Вы о чем? Да ни о чем. Так, болтает, не слушай его. Ну что, мне кажется, что дружба с Ритой ничего хорошего не приведет. Да, я старая дура, во всем виновата. Да еще этому пирог испекла, практикант. Угу. Нет, это... Да, а ты с Маргаритой не суйся к ней в дружбу. Ничего хорошего не будет, никакой благодарности. Перестаньте оба. Я сама разберусь, как мне жить. Наша остановка, выходим. Выходим. Володя? Скользкий! Ах ты, сердяга! Володя, сердяга! Здорово, откуда ты не видел? А? Лет 15? Да нет, у меня уже сын на втором курсе. Смотри. Да, дождь. Смотри. А? О, а? Красавица. Слушай, моя. Невеста. А? А расхвастался-то, как пижон. А это что такое, ба, ты уезжаешь? Мы не хотели тебе говорить, пока ты лежала в больнице. Отец твой уволился, как обычно. Пап, что случилось? Ну, в общем, я больше не работаю под руководством Скульского. Ну и черт с ним, с этим Скульским. Ты что, разве другую работу не найдешь? Найду. А вот предписание получили, чтобы освободить служебную квартиру в течение месяца. А куда мы пойдем? Ну. Мне приятель один поможет, я уже договорился. Он нам сдаст свою квартиру на любой срок. Переедем. Не впервой. Мне это все надоело, Верочка. Поэтому я уезжаю в деревню. И тебе советую тоже поехать со мной. Там школа есть, закончишь, а потом во всем разберемся. А вот твой папочка, пускай работает спокойно грузчиком или дворником. Потому что ты никогда в этом городе не получишь хорошую работу. Таисия Макаровна, ну что вы нагнетаете? Нам не обязательно прямо сейчас уезжать. Мы еще можем здесь пожить месяц. Да ты же не прокормишь ее, Ирод! Знаете что? А вы, наверное, правы. Нечего нам тут делать. Поедем в столицу, там найду работу. Да? Да? А где же вы будете жить? А я в дворнике устроюсь. Дадут ведомственное жилье. Ничего, Верочка, проживем, правильно? Да. Да, правильно. Ну, проживем. Конечно, пап, проживем. Я же обожаю эту нищету вот эту вот. Обожаю, что я в школе ни в одной больше года не училась. Мне очень нравится, что друзей у меня совсем нет. Обожаю переезжать постоянно с места на место. Ты дворником будешь работать. Очень здорово. А я проституткой пойду. А! Господи. Господи, Вадим! Вера! Останови ее. Вадим, я прошу тебя, останови. Слушайте, как я устал. Рита! Риточка, надо поговорить. Вер. Верочка, не плачь. Я сейчас спущусь. Жди меня у автомата, хорошо? Привет. Привет. Тебя тоже выписали из больницы? Поздравляю. Чего заплаканная такая? Что случилось? Да я с отцом поссорилась. У всех с предками одна и та же проблема. Не переживай. Юр, не надо тебе туда ходить. Неужели ты так в больнице ничего и не понял? Ну, а что я должен был понять? Да не нужен ты ей. Она тобой вертит, как хочет, а на самом деле другого человека любит. Вон, он у нее сейчас дома сидит. Хочешь, иди познакомься. Юр, прости меня, пожалуйста, я не хотела тебя обижать. Юр, меня папа из дома выгнал. Пусти меня, пожалуйста, переночевать. На одну ночь только. Да-да, конечно, конечно. Ну, все, все. Спасибо. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Хочешь, я сам с твоим отцом поговорю? Нет. Накормить тебя нечем. Я уже и вещи собрал. Спасибо, мне ничего не нужно. Кровать сейчас раздвину. Юр. Спасибо. Дядя Вадим, здравствуйте. Это Рита. Веру позовите, пожалуйста. Рита, Вера ушла из дома. Как? Вот так. Ты не знаешь, где она может находиться? Не знаю. Она мне из автомата звонила. Мы договорились встретиться, я вышла, а ее нет. Но вы не переживайте. Она наверняка мне позвонит, и я ей передам, что вы ее ищете. Если найдешь ее, скажи, что я сожалею. Это я ее обидел. Я виноват. Я сожалею. Конечно, конечно. Я обязательно ей все передам, что вы переживаете. Спасибо. До свидания. До свидания. Что, опять Вера чудит? Да, она из дома ушла, с отцом поругалась. Надо пойти ее искать. Никуда ты, на ночь глядя, не пойдешь. Знаешь, где она находится? Нет. Вот и все. Я не могу сидеть и ничего не делать, она мой друг. Рит, единственное разумное, что ты можешь как раз делать, это сидеть и ждать ее звонка. Никуда она не денется. Если до утра не найдется, значит, подключусь. Найдем и твоего друга. Я просто боюсь за нее. Все будет хорошо. Все. Ладно, давай в постель. Ложись, ложись. Телефон слышишь, если что. Прости меня. И все-таки, если не с Ритой, то и не с тобой. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. О, привет. Привет, Макс. Ну, это с какого курса? Со второго, кажется. Василиса. Василиса была на прошлой неделе. Это Марина. Нет, Маруся. И Маша. Я не помню. Привет. Слушай, как ты это делаешь? Чем ты их всех берешь? Может, ты меня научишь? Да легко. Открывай курсы. Так. Беру недорого. Ага. Записывай. Значит, во-первых, девушка должна понять, что она у тебя единственная. Даже если ее номер 120. Это во-вторых. Но... Алла. Но тогда ты должен дать ей понять, что все, что было до нее, несерьезно. И главное, третье, чаще называй ее по имени. Даже если ты не помнишь ее имя. Это зайка моя. Привет. Тогда зайка. Слышь? Работает. И главное, ты должен ее разрешить. Ты понял? Учись, студент. Будешь деканом, как мой папаша. Макс! А? Знаешь, как тебя девчонки за глаза называют? Как? Солнечный обалдуй. Нормально. Привет, Миша. Обалдуй. Солнечный. Привет, Миша. Привет, Кирилл. И, наконец, я рад зачитать список возможных соискателей двухгодичного гранта на обучение в одном из лучших технических вузов Великобритании от математического факультета. Их всего 5. И по итогам ближайших сессий будет выбран 1. Итак, Андрей Жуков. Кирилл Захаров. Максим Каменецкий. Вероника Портнова. Поздравляю. Умничка. И 5-й претендент на право получить грант — Кирилл Романов. Кирюха, молодец. Ну что же, мы все поздравляем победителей первого этапа. Будем болеть за каждого из вас. Но напоминаю, что грант получит только 1. Ни на какие поблажки можете не рассчитывать. Победит сильнейший. Вот и я. Привет. Привет. Все готово? Да, конечно. Едет? От тебя опять пахнет чужими духами. Да, пахнет. Пахнет. Ух ты, слушай, молодец какая, а. Ух ты. Просто на кафедре пообщался с одной аспиранткой, она поливается этими духами, как в последний раз. Не сдержусь, не сдержусь. А если ты с ней пообщался на кафедре? Зачем она уже 2 раза домой звонила? Не знал, может, это какая-то другая аспирантка. Скажи, а ты хоть одну юбку можешь мимо себя пропускать? Максим точно такой же. О, это Макс. Открывать, я открывать. Но разговор не окончен. Здорово, предки. Ты-то хоть можешь ключи не забывать? Мам, ну... Что? Давай знакомься, это Кирилл Романов, мой лучший друг, между прочим, по совместительству, самый главный соперник. Ну, батя, вы знаете. Здравствуйте. Ой, как приятно. Галина Аркадьевна, какие красивые цветы. А мне мои алболтусы цветы дарят только на день рождения. Ну, началось, мам. Да, началось. Пойдемте к столу. Так, Кирилл поможет тебе? У меня есть пару вопросов. Хорошо. Слушай, расскажи, пожалуйста, через... Кирилл, извините за любопытство, а что у вас с ногой? Да это я в футбол неудачно поиграл. Ну, вы уж осторожнее в футбол играть. Ой, чуть не уронила вазу. Может быть, вам помочь чем-то? А, нет, вы садитесь, я сама. Такой галантный молодой человек. Ваша мама, наверное, вами очень гордится. У вас такое хорошее воспитание. Это кого благодарить? Мать или отца? Да, я папу не видел никогда. Мы с мамой вдвоем живем. Она на 3 работах работает, чтобы я учиться мог. Ну, а я, в свою очередь, тоже стараюсь ее не расстраивать. Знаете, я ей даже завидую. Максим, Эдик, идите обедать. Галочка, сейчас минутку и идем. Я забыл. Я же тебе обещал показать новую кассету, у меня есть. Пойдем покажу. Давай. Давайте. А, давай сам. Спасибо. Сейчас мы вернемся. Давай, идем. У меня, знаешь, у меня же есть пультука кассета. Хороший мальчик. Да. Слушай, я давно тебе хотел уже сказать. Одним словом, возможно, в будущем году нашу кафедру расформируют. Так. Интересная новость. И что будет? Пока не знаю, буду думать. Надо бы как-то Макса пристраивать на будущее. Вряд ли я смогу его выпихнуть в Англию, хотя он и сам не сильно-то хочет. Ну, а что делать? Что делать? Позже тебе рассказывал про своего бывшего одноклассника Володю Скутского. Ну, помню. Так вот, на днях случайно с ним встретился. У него, оказывается, очень серьезные связи. Надо бы срочно возобновить знакомство. Кстати, и если познакомить Макса с его дочкой, очень хорошая девочка. Очень хорошая девочка, скоро школу заканчивает. Подожди, то есть если она скоро заканчивает школу, то в 11 классе. Не слишком ли она маленькая для Максима? Я думаю, это не смертельно. Подрастет. И как здорово ты рассуждаешь. А если дочка твоего Скользкого не понравится Максу? Может быть, он как-то сам будет решать свою судьбу? Ну, тогда я думаю, что разберемся мы. Ты думаешь, разберемся? Хорошо, я пошел. Тебе помочь? Нет, спасибо, я сама справлюсь. Ну, ладно. Ладно. Кирюша. Ма. Ты так поздно. Ты чего не спишь? Ну, тебе же завтра рано утром на работу. Ничего, я встану. Как там списки? Огласили? Ты что, из-за этого, что ли, не спишь? Да я сплю, просто случайно проснулась. Ну, так как? Я в списках. Скоро поеду в Англию. Мам, ну ты чего? Мам. Ты так просто об этом говоришь, сыночек. Мам. Ну. Я поздравляю тебя. Спасибо. Ну, ты так говоришь, как будто не верил, что я пройду. Да нет, конечно. Я знаю, ты без этой Англии бы добился всего. Ну, ты ведь сама мне всегда говорила, что я у тебя победитель. Да. Вот у нас все логично и получилось. Да. Мам. Ну. Простите, это не у вас упало? Ой, да, у меня. Спасибо. Кирилл. Здравствуйте. Здравствуй. А вы что, за капустой пришли? Да, овощей купить. Понятно, я вот тоже на прогулку. Да, да, вы давайте. Вы знаете, наверное, зря я вам про наши отношения с мамой все рассказал. Просто она на меня всю жизнь положила. Да. И если я вдруг в Англию не поеду, она очень расстроится. Ну, говорит, что не расстроится, но это неправда. Получится, что все ее страдания и жертвы ради меня были зря. Да. Если бы мой сын так обо мне заботился. Кирилл, я не знаю, смогу ли я вам чем-то помочь, но с Эдуардом я обязательно поговорю. Спасибо. Ну что, идем? Не провожайте дальше. Куда вы, по лестнице на костылях? Да, хорошо. До свидания. Спасибо, до свидания. Да, ты сам говорил, что у Максима способности не самые выдающиеся, Но мы, по крайней мере, можем его хорошо пристроить. А для Кирилла этот английский грант – это единственная возможность получить хорошее образование и найти престижную работу. Тем более, что мальчик не просто учится, а еще и содержит больную, любимую матушку. Галя, ну что за сказки ты мне рассказываешь, а? Ну какая больная матушка? Да. Хорошо, по поводу больной матушки я, конечно, немного преувеличена, но она одинокая женщина и работает на 3 работах. А у мальчика есть цель, и мы можем ему помочь. Галь, молоко принеси, пожалуйста. Да, если не забыла. Значит, это он попросил тебя поговорить со мной, да? Не, ну почему? Он просто помог мне принести продукты. Мы разговорились, и я решила, что мы можем ему помочь. Угу. У тебя есть родной сын? Может быть, я помогу лучше ему? Да, только родной сын уже 100 раз говорил, что Англия его не интересует. А у Кирилла, повторяю еще раз, есть цель, в отличие от нашего балбеса. Ну, даже если он самая лучшая кандидатура для поездки в Англию. Но не я же буду решать, понимаешь? Это есть специальная комиссия. Они решают. Но ты, по крайней мере, можешь повлиять на эту специальную комиссию. Ведь так? Ладно. Хорошо. Я подумал, что можно для него сделать, потому что он мне тоже нравится. Ну вот. Пап. А обязательно тащить меня с собой? Я должен был с друзьями готовиться к зачету. Да, Вера, ты с друзьями готовишься, особенно с подружками, да? Иди, хватит. А что? Если не собираются ехать в Англию, значит, надо как-то здесь устраиваться. А у Скользкого очень хорошие связи. Так что подружки Максима могут и подождать. Кстати, о девочках. У Скользкого очень интересная, умная дочка, школу заканчивает. Спасибо, я школьницам не интересуюсь. Ага, слышала? Ну, во-первых, Рита заканчивает школу и скоро сама станет студенткой. А во-вторых, еще хоть слово мне скажешь, я очень сильно урежу выдачу тебе карманных денег. Понял? Хватит. В машину. Со школьницами не общается. Можно к вам? Здорово! Здравствуйте! Ну, я еле на поезд-то успел. Привет, успел. Привет, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя любовь, я Галина. Галя. Владимир, очень приятно. Кого-то не хватает. Рита! Рит! Макс! Ну, я думал, потому что... Ну, я виноват, что... О, а тебя шпинт, говорит, я помню, в сосу в баню ходили 15 назад, да? Помнишь, вообще шпинт был? Привет. Так, ну-ка, быстро. Все, давайте за стол. За стол. Ага. Проходи. Ой, давай. Ой, у вас камин. Красота какая. Помню, Володька в детстве был худым, мелким, но дрочливым. Ну, а так что с соседним двором раз в неделю, стенка на стенку. Помнишь, как по гаражам гоняли? Давайте налью. Спасибо. Молодежь, я смотрю, вам с нами интересно, да? Идите же к себе в комнату. Ну, может быть, Рита не хочет показывать свою комнату? А, Риточка. Пойдем? Да. Спасибо, тебе очень вкусно. Да, что-что готовить я умею. Ну, давай по полтишке, да. Ну, за нашу встречу. Угу. Уитни, Абба, Pink Floyd. Это ты, что ли? Угу. Хорошая. Угу. Куклы играем, да? О, Фредди. Дашь переписать? Да, конечно. Чего у тебя Англии так много? Ты что, в Лондоне была? Нет, но собираюсь. А я был с отцом. Правда? Угу. Расскажи. А что рассказывать? Люди там серьезные, чересчур чопорные. А зимой можно от холода умереть. Они экономят уголь и не топят. Твоя гитара? Нет, мамина. Она играла. Можно? Конечно. To cast me off this consciously, and I delighting in your company. Green sleeves was my delight. Green sleeves was all my joy. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady in green sleeves? Спасибо вам огромное. У вас потрясающий дом. Ну, спасибо. Я думаю, не последний раз. Молодежь! Было приятно, Рит, познакомиться. Давай, увидимся. Угу. До свидания. Все, ой, подожди. Вот, держи. А, точно, спасибо. Я перепишу, я дам тебе, хорошо? Угу. Я позвоню.